Не закрепощайся, Кирилл. Свободнее выкидывай, свободнее. Расслабь плечи. Вот, хорошо, Рома, повыше бей. Боковой повышен, на уровне головы. Тренировка в любом виде спорта начинается с разминки. Обычный бег, бег с ускорением, отжимания, приседания, прыжки. 5 раз в неделю ребята вырабатывают здесь необходимые каждому боксеру величины – силу и скорость. Стать частью этого коллектива несложно. Сложно убедить родителя женского пола отпустить ребенка туда, где машут кулаками. Мама относится очень так трепетно, но она не хочет, чтобы я занимался таким видом спорта. Но она боится за мое физическое состояние. То есть то, что много ударов в голову приходится, боится за голову. Очень переживает, иногда даже после боев плачет. Майк Тайсон, Мохаммед Али, Александр Поветкин – эти спортсмены вдохновили многих. И Ваня Мацей не исключение. Ему 15 лет, 8 из которых он посвятил боксу. Недавно завоевал бронзу на первенстве Уральского федерального округа. Несмотря на соревновательный опыт, волнение перед боем присутствует. С ним борется в первую очередь. Я, например, перед боями слушаю молитвы, сам молюсь, прошу у Бога. И он мне как помогает, он мне дает силы восстановиться и... Он как бы забирает все это волнение. Во время боя, как только ты ступил на ринг, перелез через канаты, все пропадает, только одно желание выиграть и побыстрее закончить эти бои, а уже отдохнуть. Все, кидаем в голову! Глеб Головин, тот, что в синей майке, недавно завоевал первое место на 20-й спартакиаде учащихся Ямало-Ненецкого автономного округа. Тренер говорит, у Глеба есть удар, техника и тяга к прекрасному. Все это видно на ринге. Хочет, чтобы это был красивый бой. Вот это вот у него первая такая особенность. И сильно ударить. Но иногда в этом он ошибается. Разные соперники бывают. Бывает, надо просто хитростью, скоростью поработать как бы головой, а не то, что там силой только. Я никогда не бываю злой, когда боксирую. Я всегда нормально боксирую, чтобы не зарубаться, не драться особо чисто. Чтобы техника была. Но я работаю вторым номером, встречаю постоянно и контратакую постоянно. Но иногда, когда как. Иногда я могу первым номером работать, прессинговать хорошо, работать жестко. Спарринг с партнером, физические упражнения – все добросовестно и на 100%. За 7 лет боксерского стажа пропущенных без уважительной причины тренировок не было. Вкладываешь силы – получаешь результат. Такова формула успеха. Я мало выигрывал 3 раза. То, что было... На Урале был 4 раза где-то. Вот. Ну, на всероссийских был. На следующий год будет другая категория – мужчины. И там уже посмотрим, как получится. Вот. Ну, в профессионалах хотелось бы попробовать. В секции бокса занимаются около 60 ребят в возрасте от 8 до 18 лет. И Ваня Мацей, и Глеб Головин – примеры для самых маленьких. Хорошо, когда есть на кого равняться, считает тренер. Коллектив здесь сплоченный и дружный. Победам одного радуются сообща. Спортсмен выигрывает – это участие всей команды. Это тренеры, родители, руководство школы. Может быть, даже и где-то, если и спонсоры тоже. Вот. Вот это вот все вместе. Вместе со спортсменами побывали на тренировке. Виктор Курмачев, Дмитрий Шолохов, Новый Уренгой.